Тебе сколько камней надо? Это будет сложный рейд. У нас у Синтек, сколько камней надо тебе красных на шамана? У нас бич на ханте. У нас три таких челика. Сомнительно. 5 камней всего. Хант 5к, ДК, чё за ДКшник? Зози? Ну, ДК, твинт. Да. Там 4-4 есть? Нет, там 4-4 есть, он может нормально даст. Если он играть умеет. А кто ты говоришь хуёвый? Энх, что ли? Не, Энх вроде нормально дает. Не, я про ханта скорее. Не, хант бич, это понятно. Ну чё, ты посчитал, сколько тебе камней надо? 5. Ну всё, после рейда тебе сделаю 5. Сейчас же ты где? Я потом после рейда сам могу тебе еще 5. А, ну смотри сам. Пошли, хуярим. Только не 2 моба, а по одному. Блин, ну вы бы хотели. Я и 3 могу. Да нет вот этих красных лукашных. Или оранжевых. Хотя вот если я не буду бить мобов гранью, то мне не считается на душе. Нет. Угу. Понятно, сложно. ДКшникам лучше. Так где моя вашка? А ДКшникам чё? Они же могут танчить с гранью. А-а-а. А ты пробуй на паладине потанчить с гранью. Я на этом, когда уже Гримоб Кару проебал, но на следующем я точно оденусь. Куда идем? Да куда хочешь. Поехали сразу. Неадекватные криты у Инх. Ой, Элема. Шоки просто по 40 тысяч летят. Это да. Там ты не говори. Он давал по 56. Только что бисовый тотем ВПшный. Ой, Лима. А чё он даёт? Когда ты шок кастуешь, даёт тебе СПД постоянное. Прикольно. Сейчас линканул. Ты имеешь в виду ТТГшная чарка? Нет, ну, именно тотем. Это тотем. 270-й. Вот этот вот. Ага. 270-й. Бисовый. Сейчас. Нормально. Да там сейчас весь шаман это ПВП герой. Нихуя себе. 32-й, он апается? Да, до 270-го. Ну это надо задротить ПВП арену. Там типа можно бегать еще, по-моему, 226-й есть. На выбор славы. На ПВП максимум 200. Вторая права. На выбор славы, но. Первая лево. Он намного слабее. А, вроде он максимум за БГ 264. Там вроде нонсет А8 за БГ нужна. Ну если так, то нормально. Ну я апал под руле, весь нонсет А8. Стринг тоже. За БГ только играю? Только за БГ. Это типа 270 шмот, да? Ну я не знаю, просто А8, да, 270. Стринги, 270 потом. Кольца,
и зап и пояс ботинки. Надо будет позадрать ПВП. Там даже не так много и надо ПВП играть, на самом деле. Ну смотри, 3000 это 264 анкеты, наверное, плюс-минус такие же, такой же тотем. Интересно, собака пиздюлит оттуда. Бегите или умрите. Ну, походу нет. Или да. А если я нажму сдерживание на ханте, я переживу вот эту метку? Как думаете? Проверь. Да. О, победа. Шипетап. Так. Да, хорош. Молодец. Хорош будет. Такой. Ебать. Это то, что надо, нахуй. Я прям апну их. У меня есть кнопка в Талмиван. Ну а ДПС будет, нет? Ну 4% ДПС дает. 4-5. Кому надо топор на хила вот этот? Я ещё сегодня реролил эту чарку. Реролил? Только не мне. А в чё реролил? Да. В крит. Просто таты. А чё за дела кольчужная, чарка, блядь? ДДшная, нахуй. Плечо чарка на хуйню дает какую-то. Да, ну да. Хил какой-то, блядь. Да, вообще, блядь, бесит эта хуйня. На ханта. Ой, чё-то я тормознул. Ну, отдал. Ну, это, возьми у него. У этого, у, блядь. Валента. Ебать, нихуя выпало, ебать. А, наверное, носят нонсет Шамэнхи именно по лечи, потому что он без РПБ. Ему, наверное, нужно. Ну да, меткость там. Ну, смотри, у него спроси, я хуй знаю. Ну, он сказал, что ему не надо. Ну вот. Ну, штаны нонсет он такое себе. Слушай, синтек, это ДПС хуйня, нахуй. 4000. Четыре тысячи, блядь, в жопу 4000, блядь, засунь. Это в Наксе, блядь, 4000 в десятке нормально. А тут, блядь, ТТГ. Я не знаю, нахуй, ну, не будем убивать.
Я не знаю. На стриме в Наксе. Я видел ТПС 7 тысяч. Ну, в Наксе, блядь. 7 тысяч, да, надавали уже. Ну, нормально кто дамажит. А так 5-6. Ну, это прям топ был ДПС, там, 7 тысяч. Ну, да. Ну, не сказать топ, локи там 8 и 9 давали. Ну, на следующий ЦЛК все будет. 24 хотя. Синтек, у тебя ДД какой-то есть зайти, блядь? Мифик там, я хуй знает. Потому что я не уверен, что мы убьем. Мифик, я уже этим помогал. Короче, я не знаю, нахуй, ну. Два шамана будете помогать хилить на дыхании, блядь. Другого выхода нету. Могу спекнуться просто. Нет, спекнуться, это мы ДПС дохуя пробьем. Будет залупа полная, мы подохнем просто. Там сверна спавнится в конце, и мы просто сдохнем, блядь. Из-за того, что синтек на десятку меньше дает, чем нужно. Типа, блядь, вагоны это боль, блядь. Надо за них потеть, блядь. Можно кулак? Я бы даже сказал, нужно. А, давай. А где тут рыба у меня? Сука. Перебуд когда? Я понял. Можно тоже кулак вместо каски? Я думаю, тебе лучше каску. Нет? 500 АП. Ну ладно. Процентов ко всем статам, которых нету. ХПшки побольше не умрешь. Нет. Так. 5, 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Нифига, там собака сама из лужи выбежала. Так встань туда вдаль босса. Ты половишь этих чубриков. Ну, не за танка. А, за танка? Да, туда. Турму. Тут на миликов нашли. Они уже пошли. И а уже танка. Не идут. Ну вот. Три штуки на меня, одна в мире пошла. Тади. Еще, в принципе, я... Че, Геру, давайте. Это 2 минуты. А-а-а. Да ну нахуй. Ебать. Как, блять, мы еще втроем тут бичи, нахуй. Да падайте, нахуй. Да, мы все втроем тут оказались. Вы хоть отбегаете от меня, нахуй? Я смотрю в этот хилбот, нахуй. А вы там бегаете, блядь. Бублики в одно место выносим. Нормально, да? Сдох за секунду. Ебать. Не, синтек, это залупа. Надо дамаг какой-то брать. Это хуйня полная, блядь. Никогда нельзя, ну, такими ебаными персами сюда ходить. Или заходи, или ДД надо искать. Ну давайте ГГНаш убьем, потом могу на хпал зайти похилить. А ты можешь спекнуться или ехать. ГГНаш убьем, блять. Ну давай ГГНаш. Ретрика там в принципе троллейбой есть. А, ну там еще шаман, по-моему, есть. Какой-то. 245 у него.
И помните, Illusion, он сколько нанесу? Это второй вагон. А, окей. Ну, там 24 вроде максимум. Illusion еще на Альянсе. Да, я уже вспомнил это. Я пока релогнусь. Чё за КД поставили? Свечки покупаю не быстро, нахуй. Чё за говно, нахуй? Да, я тоже сегодня заметил. Это не задержка, нахуй. Так я купил через... Так я купил через Shift 40, нахуй, потом докупал. Ебать, бичи, сука. Всякую хуйню делают. Это новые приколы? Да нет, там... Там просто дюпинг у нас оказывается популярная вещь. Там, блядь, они пытаются это исправить. Дюперы ебаные, блядь. Так, ну Лингрен, только мы с тобой диспелим, так что помогай как можешь. Или зону там хотя бы себя. В первую очередь себя диспелим. Ну. Не ебланьте метки, выносите и отворачивайтесь нормально. Ну пиздец, нахуй, синтек, нахуй. Я отвернулся, нахуй. Ну да, я и вижу, блядь. Слово бича, честно, отвернулся. Слово бича, блядь. Даю слово бича, блядь. Ой. 4, 3, 2, 1. Ёбаный покос. Блять, как дела там, сижу? Че, ложный на это не работает, да? Нет. Да некуда отбегать было, ты видишь, как нас срано там? Давай проведу. Берегитесь. Так, пойдет? Давай, друг, ты 0-3 сосед же, пускай побьет. Вставай. Да
Я понял, нахуй. Дианцы и Энх начинаем хилить. Помогаем мне хилить. Сколько хп у босса? Блядь. Пока диспелил, засмотрелся. Хорошо, что на меня ни одной метки не кинулось, нахуй. Ну. Везунчик. Хильте, хильте, хильте. Ну захильте цепухи, видите, я не справляюсь. Цепухи кастуйте, блядь. Сука, синтек бич. Латы, латы. О, варовские запы. О, нахуй, синтек, нахуй. Пускай стреляет. На тебе, ёбаный покос, блядь. На танка, да? А тебя даже в луте нету, блядь. Понял, да? Потому что бомж. Пиздец, синтек, блядь. Сейчас на чеку зайду, там друид-инвалид может сову спекнуть. Не-не-не. Нет? Хиле будем, нахуй. Твои 4к, блядь, нахуй никому не нужны, блядь. Мы в 3 хила лучше будем, чтобы нормально убить. Не, я не знаю, не, можно попробовать, чтобы ты там... Нет, друид в сову, у него хуёвая сова. Кто-то нас убил. Мне в шипы тогда пробовать, если только. Чё, да глубокие нет, раны? Это варовская. Глубокие раны надо кому-то? Не, давай. Кому мне? Да, у меня уже есть на теле. Декафтором. Нахапала. Ну, нахапала надо линган тебе? На распыл. Распыл. Все. Сука. Сейчас, ну, кикайте, ханта, сейчас это зайду. За, почти зашел. Только присумоть надо будет. Я на суму не стою, там один выйти еще. Блять, почему эти... А, хилбот заработал. Победа. Так, сейчас мордой, короче, в рейд буду держать. Ага. Сзади милик. Забыл про эту хуйню, хули давно не танчу. Ты такашку. Все, буду хилить. Так, чё там? Ну и чё, пробовать как? Мне в шипешника, потому что я больше дам, блядь. На сумму выйдите, на сумму выйдите, пожалуйста. Там, там ДК бежит. Ну может втроём так стабильнее, хоть медленнее. Ну, я могу можно. Спекнуться. Ну не знаю. Шаму. Давай, давай ты спекнись, попробуйте. Я побью в шипе. Давай как раз вот... ШП да, и мак, то есть там один. Сколько ты в ШП дашь? Хуй знает. Примерно. 1012. Какой у тебя? ШП какой у тебя? 260. Блядь, да, пятнаху должен дать. Блядь. Я смотрю по этому боссу, вот Хукмастер 14 дал, но я не знаю, сколько я бы дал. Ну, если пятнаху, если пятнаху дашь, короче... Здесь получается Эйя, Хукмастер. Мы можем ее до этот, ну, до заходки убить. Ага. Я 5 раз нахуй этот метки выносил. Выносил. И один раз хер словил. Ты зашел там, нет, синтек? Ты в Долоране вообще нахуй? Ну. Вы как сумонили? Вы... У него висит этот сумон, призыв ждет ответа. Ну, я типа перезашел уже. Я понял, нахуй. Челики да беги уже побежали. Там добежишь, ну. Ой, ебать, синтек, нахуй. Слово бича, блядь, даю, блядь. Сука. Безобиднош, это кто? Ну, Гамурчин. Гамурчин. У меня он 260, да. Ну я не знаю, вот так вот, если его апать, это надо вот первым делом Т4 апнуть, 4 куска.
Тебе надо нагрудник-то 4. Нагрудник. Нунцет штаны. У меня такой пока нагрудник. У меня нунцет руки будут. Ну или руки, или штаны. Ну, у меня руки, потому что я выбивал. Лишние. Да, у меня там чарка на них. У меня пояс есть, короче, но тут на восстановление маны. Этот с духом, который, я не знаю, у меня, в принципе, нормальный пояс, но если апнуть, наверное... Ну, он пришел, смотри. А чё, ШПшник, он на скорость? Сборка так, нужна. Так-то скорость, ну, получше, блядь, должна быть. У меня только со шмота скорость. У меня есть... Я думал, да, но он только не идет, да, ШП, да? Я думал, СПДшку. Тупо. Я хуй знает, это все опциональная хуйня. Ну, типа, кому как идет. Там не там никому как идет. Я бис, я говорю, я бисами не занимаюсь, бис листами. Что мне эти кресты каски? Ой, кресты кулаки или что? А, кидай каски. А я уже распределю. Я, бля, на X5 начал, да, что там. Мы уже с минут 10, наверное, стоим. Как запланировано. Сейчас попробуем, посмотрим, что будет. У всех по каске. Ну, да, один раз тут нахуй 30 тысяч дал, потом нахуй хуй, что-то у меня 25. Шого? Так, что-то кто-то не готов. Вот Энх. Да, готовы. 30 секунд это будет нормально, ДБЛ. Было дается на 35. Мак, выйди за этого. За босса, пожалуйста. А я бы развернул босса в рейд. Там какой-нибудь милик. Будет выходить. Так, я в тучке закрою эту хню. Ну чё вы, блин, прохиливаете? Да, прохилили. Вроде прохилили. Мобы на миликов. Смотрите на ком агро. А, я тут выйду. Сфера еще сзади. Сферу одну закройте. Вот эту, которая ближе к миликам. Языку надо давать, да? Нет, рано. А, нево. Давайте Геру. Все же ебаный в рот, ты будешь с бублика выходить? Ты рофлишь мне? Что? Как вылететь из него? Что? Ну да. Давайте, вставай, шаман. Ну за все нахуй. Захильте шамана. Бегите или умрите. Окружение. Ага, я далеко погружение был. Да, хули, смысла нету уже нахуй. Четко погрузились. Сколько там осталось? Че-то хил прям. Да хуя! Да хуя, когда люди падают, тут не убить нахуй. Ну вот, почти 15 дал, но. Ну. Пойдет. Я еще в тучке стоял, да, ебать, еще щиты кидал нахуй по людям. Ну хули, давай тогда в 3 хила, блядь. Дианс и так. Так мы сейчас в 3 и так. А, в 3? Не, ну с ШП, с пристом, с ДЦ должно быть посильнее. Да, мы сюда побежали, этот, Седжу, Валя. Да, что-то зацепил. Ну чё, ёпта. Я уже бежал обратно к боссу, когда, типа, этот шарик, чтобы нести. Как бы, типа, ну, я не стоял на месте. Там, видать, эти, кто они, нахуй, как они называются-то, блядь? Щупальцы или вот эту всю хуйню они кастуют, видать, в тебя и задамажили. Ну, по мне, да, добивали по дамагу. Ну что так хилите слабо или что? Что-то я мру в ТТГ-10 выдал. А обрывающаяся тьма это что это? Это пол, блядь.
Ну вот пол тебе там улица. Не вышел. 20к нанес, потом еще один раз. И уже это щупальца уже там 5010. Надо как-то понять, как этот баф отслеживать. 4000. Пол и дыхание, я доджу выпадом. По 4000 от чего? Вот это и собаку. Ну вот это божественное одобрение. Может давать ее нормально. Подожди, ты про какой баф, который сокращает время каста? Все равно магия закончится. Нет, я кастую божественное одобрение, я могу дать 5 шоков. Давайте. Каску дал бы. Ну так а хули вы стоите пиздите, блин. Ну что, попиздеть пришли? Я раздаю. Я хотел припот выпить, что блин, забыл. Берегитесь. Блять, он просто упал. Ну, черный пол. Ну нет смысла. Дождите, валяйте. Ну так дыхание и черный пол, да? Да. Фадайте. Дыхание мрака. Ну да, дыхание. Ну как, я не знаю, значит надо с ДС пробовать. Ну, я не знаю, умножение будет рост. Вроде нахуя восстановление тебе, чем ты его вешаешь? Не вешай его вообще. А если друидов спекнуть в сову, тебе. Чем, падаем или нет? Не, да падаем, ебаный, ну не прохилим мы, блять. Вы че, угораете? Опять на мильков, давайте. Под диван. Надо в ДЦшника и шамана в ДД, наверное. Наверное, так. Может, сову лучше? Я не знаю, какая у него сова. Ну, может, 11 плюс-минус. Ну, видишь. 11, не 4. Так-то похуй, надо убить. Похуй, кто в кого спектится. Надо, чтобы профита больше было. Чтобы мы жили, а не сдыхали на первом дыхании. Быстрое восстановление все отдавать. Не, ну там невозможно сдохнуть. Цепуха, да. Тем более, хэпал там, ну я хуй знает. Шоки, блять. Как, ну, я ж не знаю, нахуй, как так. Дайте джуса. Дайте робота кто-нибудь. Не, на шамане нету. Бури должен быть. Да, блять, не зря шипышкой пошел, чарку выбил, блять. На хилов не знаю, надо что-то убивать, нет? Где-то. Теперь надо ТТГшку фармить, квесты, да? У меня там что-то есть, можно вроде апнуть. Вон, 113 баджи есть. 80 надо. И Инсика, ты, может, пожрешь, блядь, или как ты? С 10 команды, может, сортовать будем, или как, блядь? Синтег. Проблема, да? Ну да. Пиздец, синтег, жри. Так, я еще тогда правосудие буду. А, это, синтек, ты кидаешь желтые? Он без связи сказал. Кидает там, кидать надо обязательно, ходит там 30% покидают. А он не кидает. У него частица света, свет небес, а правосудия нету хила. Я, значит, буду кидать. Я
Да, у них еды, что ли? 5, 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Наверное, да. Второй отойди. Со сферки. Обоих дамажит. Инсика, отойди. Он без дискорда. Геру, давайте. Пиздец, нахуй. Да, блядь. Ай, вау. Бьем. Ну попробуй ресни друид инвалид воина, может успею еще подхилить. Сокру дал. 3%. Добиваем, добиваем. Вружение, вружение. Дошли. Да, все, били бы если, убили бы нахуй. Все, убили. Убили. Убили, блядь. Сука, наконец-то. Лад. Опа, освещение. Тебе надо? Бля, ну у меня освещения не было. Не, ну раз не было, значит надо. Еще одна будет? Ну, освещение это паловское чисто. Давай попробуем, сейчас посмотрим по народу. Че, одноручные дробящие, кому надо? Сед же, да? А, не Кайнет, Кайет. Мне надо портал Долоран. Инсика, нахампала тебя, блядь. Заебись, сходили, ёбаный покос. Ну, давай попробуем. Могу портал открыть, подождите. А я в седые.